Wir können geigen. Это зуб. Сейчас в горизонтали. Вращательное движение. Чуть-чуть отшаг, открыли зону, чтобы он встал. С высокими хорошо. Обходим его рост. Условно говоря, так бывает сложно. Но поэтому отходим чуть дальше. Здесь мы используем ход гида. Палец большой. Показывает направление.
Отшаг. Эдзон. Здесь через запястье воздействие молота. Партнер делает удар. Айдзон. Продолжение следует...